Шкода. Автомобиль Шкода разбит. Коробка автомат. Новая комплектация. Условия движения нормальные. Видимость, освещенность. Движение комфортное. Дорога по одной полосе в каждую сторону. Интенсивность высокая. Финишировать в Новосибирске в светлое время сегодня не получится. В километрах в 200-300 от Новосибирска остановлюсь на привал, на ночевку. Самочувствие хорошее, усталости не ощущаю. Инфраструктура не очень развита. Редко попадаются заправочные станции. Отелей, стоянок практически нет. Ну, это, впрочем, видно и на предыдущих видео. Рейс на Новосибирск, Москва, Красноярск, Москва. Местами идет. Начали люди строительство заправочных станций. Как мне кажется, мест для ночевки, места. Закладывается фундамент под кафе, гостиницу. Ну, по всей вероятности, весь комплекс необходимых услуг. Магазин, баня. На мой взгляд, организовать постоялый двор, как его еще назвать, или мотель, очень важно привязаться к заправочной станции. Крайне неудобно, когда по отдельности стоят вдали от заправочных станций мотели. Неудобно. Желательно так, утром встал, завтракает, позавтракал, выпил кофе, заправил автомобиль и вперед. Должен такой небольшой нюанс, наверное, я уже, наверное, об этом говорил, что место не очень обжитое, поэтому выход диких животных на дорогу в ночное время вполне реален. Знаков, предупреждающих об этом, нет, но по опыту знаю. Однажды рано стартовал, вот, не знаю, только светает, начало летом, движения почти никакого не было,
ехал со скоростью примерно 70-80. Как вдруг вижу впереди, метрах 100, наверное, кабан, свинка и маленькие поросята через дорогу переходить. На видео хорошо можно посмотреть, какой ширины обочина, полотно дороги. К сожалению, повторюсь, наверное, в сотый раз, невозможно передать всю прелесть, красоту вдоль дороги. Такими кучками березки стоят, более широкие такие большие массивы стоят, как кучкуются, как семьи. Березы, сгоенных деревьев пока не наблюдал. Разница по времени с Москвой, надо полагать, уже 3 часа. Если в Москве 17 часов, то здесь уже 8 часов вечера. Сколько еще будет длиться световой период? Ну, может быть, час. Еще полчаса такой сумрачный то есть двигаться, наверное, не более 2 часов. Эфир 15 канала молчит. Вечер. Водилы притомились. Равномерное, спокойное движение. Ни спешки, ни суеты. Вырываться вперед колонны не буду. Открываюсь так, большими машинами. Начинают попадаться довольно-таки часто праворукие автомобили. Как я уже и раньше в комментариях других видео отмечал, что специфика вождения праворульных автомобилей такая, что если ему идти на обгон, пол машины вытрет на встречную полосу, чтобы увидеть. Многих леворульных, когда, да и меня в том числе, раздражает, когда идет колонна, вдруг вылазит морда из колонны, потом снова прячется. В Новосиб сегодня не поеду, остановлюсь на трассе, чтобы завтра в светлое время заехать на автомойку. Ну и в конечном итоге, дай бог, финишировать. Обгоняю автомобили исключительно с одной целью. Пока вот еще раз светло. Это показать панораму. Не езда впереди идущей машины, а вот именно выбрать такой ракурс,
оценить. Смотреть, оценить ситуацию, обстановку. Обогнал, это точно шел. Показал. Можно наблюдать по краям, не знаю, видно будет там или нет. Эти вот полосы небольшие, озера, водоемы. Совсем забыл я про Яндекс.Навигатор. Оказывается, навигатор, Яндекс.Навигатор. Нифига он не показывает. Он не показывает. Если Тайко Прима противоступает, ну, оформление развороченный Яндекс.Навигатор. Ну вот он нашел спутники. Просто по белому полю уменьшаю картинку. До предела уменьшил картинку, так чтобы Новосибирск было видно. Ничего не показывает, хотя карта Новосибирской области у меня скачана. Я думаю, что еще не совсем доработан Яндекс.Навигатор. Потому что в данной ситуации, в данной обстановке он здорово уступает моего Прима. Здорово.
навигатор X-Play, по которому сейчас двигаюсь, картинка не лучше. Там тоже... Вот. Там хоть тетка иногда что-то говорит. Как-то живее смотрится, что ли, какие-то фрагменты боковину, я имею в виду то, что за дорогой находится, проскакивает на Яндексе, конь не валялся, просто чистый лист, трек. Пошел дождь. Смотрю в зеркало заднего вида. Что спереди, что сзади, что по краям. Сплошные облака. То есть просветов нет. Значит, будем думать, полагать, что этот дождик надолго. Меркается. Сейчас догоню большую машину, цеплюсь за хвост, сяду на хвост и потихоньку поеду следом. Это Навител, Айго Прима, говорит, что высветилось ограничение скорости 60 км. И знак видеонаблюдения, видеофотофиксации. Радар-детектор молчит по-прежнему, поэтому будем считать, что это обманка. В упор не вижу этих камер. Все это фуфло, господа разработчики. Небольшой недостаток, который я заметил в автомобилях серии Шкода, это то, что кнопки подъема и опускания стекла расположены так, что кнопки нажимаешь не глядя, на ощупь. Получается так, что нажимаешь кнопку, открывается не стекло, не окно водителя, а заднее. Уже так было неоднократно. Не только на автомобиле Шкода, на который сейчас еду, а также на Шкода Фабия, на других вот автомобилях компании. Или вообще убрать кнопки управления задними стеклами. Или как-то их расположить по-другому, чтобы когда рука тянется, ощупывалась кнопка в первую очередь от передних. Дождь монотонно стучит по крыше автомобиля, убаюкивает, но сон совершенно не тянет, потому что я проснулся тогда, проснулся. Организм сам пробудился, отдохнул, накопил силы.
сон, он подкрадывается незаметно. Я, например, отвлекаюсь. Ну, мало того, что мне неохота спать. Состояние бодрое такое, энергичное. Сон накапливается, подкрадывается незаметно. Я, например, вот сейчас комментирую, что-то рассказываю. Очень приятно. И делом занят. Не знаю, насколько это полезное дело. Так. Сейчас проехал старую, давно уже стоянка для автомобилей на берегу озера. Ну, не буду там останавливаться, хотя по идее... Ну, можно было бы уже тормознуться и пойти на отдых. Я в движении сколько уже? Сколько начал движение? 6.30. 6.30 я уже двигался. Вот. Сейчас время 6 часов. Без 10. 18. Вот практически 12 часов. И как бы для постраховки повторю, что меня сон не тянет. Сейчас вот так вот подумал о том, что происходит. По сути, это хроника перегона с моими комментариями. Скорость превысила меня. Это своего хроника перегона. Говоришь то, что ощущаешь. Имеется в виду и картинка, и свежесть воздуха, свежий воздух. Пренебрегайте, снимайте как можно больше. Это будет своего рода предание. Когда-нибудь ваши дети, внуки или правнуки будут говорить словами Пушкина: дела давно минувших дней, предание в старинной глубокой. Может быть, будут смотреть и удивляться: ё-моё, на чем они ездили? Да как можно? Я недавно видел по телевизору квадрокоптер, который поднимал человека. Мощная такая машина. Это сел, поднялся. Ну, то есть первые шаги уже сделаны для передвижения индивидуального человека, что ли, по воздуху. Это и не вертолет, и не самолет. Конечно, там дофига проблем еще. Это вот винты, которые низко расположены под ногами у него. Это опасно. Если их поднять вверх, то ветер будет от них на пилота. Ну, в общем, идейка, задумка хорошая. Идея довести ее до ума. Ну и не за горами. Так, это радар-детектор.
где-то стоит видеокамера. Скорость мы сбросили. Так, видеокамеру проехали. Я даже не видел, где она стоит. Заныкали где-то ее. Иногда едешь и со смеха давишься. Наши доблестные гаишники прячут камеру, накрывая сверху шкафдиной, там какими-то тряпками. Вот. Это моментально расшифровывается водителями, по радио передается, все уже едут, знают и посмеиваются наблюдатели. Смешно это получается, идет вот борьба между водителями и сотрудниками ДПС. Кто кого? Гаишники изобрели радары, чтобы замерять скорость. Водители придумали радар-детекторы. При каком-нибудь нарушении, там было оно или не было, если дело доходило до суда, то гаишник априори был прав. Появились видеорегистраторы. Теперь от гаишников тоже требуют видео, фото, фиксацию. А вот эти вот протоколы, свидетели и прочее, наверное, нужны свидетели, кто очевидец там, как вот это ДТП, но опять-таки не может свидетель быть истиной в последней инстанции. Он субъективно судит о том, что вот, видел. Гаишники обмениваются радиосвязью. Гаишники выступают против видеорегистраторов, будь их воля, они бы их запретили, как в некоторых странах Европы. Чиновники начинают бороться с микрокамерами, которые можно установить где угодно. И в одежде, и в аксессуарах мужских и женских. Вот на Алибабе микрокамеры вмонтированы в устройство под Bluetooth. Бейджик на грудь. Значки разные. Галстуки, булавку галстука. Часы. Прилог для часов. Да много, даже пряжка для ремня и тут содержит этот. В ней установлена микрокамера. Для чего это делается? Просто люди вынуждены, народ вынужден как-то защищаться, как-то оберегать себя. Ведь априори, повторю, гаишник, чиновник всегда прав. И простому человеку необходимо доказывать обратное. Продавцы на той же самой Алибабе пишут, но опять-таки для того, чтобы привлечь внимание, как-то продать свой товар, продвинуть, пишут: шпионская видеокамера. Смешно становится от такого рекламного хода. Никакая это не шпионская камера, это обыкновенная микрокамера, которая может быть как в пуговице, как во вторучке, так где угодно.
но чиновники этому сильно противятся. Да не остановить прогресс, не остановить. Ведь совсем недалеко, далеко ходить не надо, когда запрещали там, вплоть до того, что сжигали на кострах, сбрасывали там, с башен откуда-то, с колоколен, за то, что там человек пытался взлететь. Радио объявляли там какой-то, я не знаю, чертовой фигней, то есть всегда это духовенство выступало против технического прогресса. Тем не менее, это не мешает там сейчас пользоваться в полной мере достижениями науки. Никому не приходит в голову, говорю, почему в смартфонах, в планшетах установлены вот видеокамеры, фотокамеры, и это вполне нормально. Что-то заглючил у меня Яндекс.Навигатор. Я его совсем выключил. Двигаюсь по В принципе, он-то и не нужен на трассе в основном. Это так, что не очень. Так, что-то я не помню этого места привала. Так, 300 километров. Так, территория вроде бы заасфальтирована. 300 до Новосибирска осталось 300 километров. Лучше пораньше лягу. Нет, побыстрее, это раньше лягу, оформлю. Тут и пораньше за этот сброшу видео, переброшу все это. Раньше проснуться. Раньше. Машинка на посту стоит. На каком посту? Это возле мотеля, что ли? Дружище, машинка стоит возле мотеля? Нет, вот на посту стоят они. Стационарный пост, да? Понял, спасибо. Ну, посты не работают, закрыты, но они стоят там, что-то в машине сидят. Понятно.